Подведены итоги конкурса «Семья года». Заявки по 4 номинациям подали 20 семей. Главная цель соревнования – повысить престиж семьи и подарить участникам новые впечатления. В номинации «Многодетная семья» лучшими стали Алексей Чирова и Светлана Орлова, их 5 детей. Старшей дочери Марине 18 лет, одна студентка. Средний сын учится в Суворовском училище, Аня – школьница, Любава посещает детский сад. А малыш Сережа только недавно научился ходить. Родители считают, что активное участие в городских мероприятиях учит детей гордиться своей семьей. Эти конкурсы нужны, направлены на то, чтобы популяризировать традиционные семейные ценности. Вот, мы участвовали в номинации «Многодетная семья». Мы хотим, чтобы люди видели, что многодетная семья – это красиво, это престижно, это стильно, это современно. Лучшей спортивной семьей стали Николаевы. Папа – футболист, дочь – чемпионка мира по степу, маленький гимнаст Степа и мама – велолюбительница. Мы рассказывали о них в нашей программе. В номинации «Семейное творчество» пальма первенства среди множества не менее талантливых семей досталась династии Тихоновых-Чичваркиных. В этой семье музыка буквально в крови. Без нее и творчество Николай, Татьяна и их сын Александр не могут представить свою жизнь. Мы также хотим продолжать участие в других конкурсах, в областных, региональных и, может быть, даже всероссийских. Мы готовимся к таким конкурсам, мы еще становимся дружнее, у нас возникает больше планов на новые мероприятия, на новые концерты, на новые программы. Ежедневно учат доброте, отзывчивости и искренности своих детей в семье Лукичевых. Они победители в номинации «Лучшая приемная семья». Наша семья большая, у нас 6 человек, 4 детишек. Вот, 2 из них приемных и 2 своих. По зову сердца меня и мужа. Мы как бы об этом думали еще во времена студенчества, что когда-то у нас будет семья, и мы, конечно, родим детей, но обязательно хотя бы одному ребенку мы подарим счастье. Ну, так уж получилось, что вот... Ни одному. На вручение победители пришли вместе с детьми и родственниками, поэтому церемония получилась скорее домашняя, нежели торжественная. Впереди у победителей участие в региональном этапе «Семьи года». Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.